Мы продолжаем рубрику «За что я люблю Химки». В преддверии Дня города мы хотим узнать, почему химчане испытывают теплые чувства к своей малой родине. А если вы гость, но уже успели влюбиться в наш округ, поделитесь со всеми, за что вы любите Химки. Я люблю Химки за то, что это город, в котором я живу, в котором живут мои дети и в котором живут все близкие для меня люди. И я люблю Химки за то, что это действительно зеленый, хороший, комфортный город. Расскажите, за что любите Химки? Потому что живем здесь всю жизнь, родились здесь, живем здесь. За все. Ну, что еще сказать? Химки очень красивый и комфортный город. Здесь много научных и промышленных предприятий, которые работали на славу Советского Союза и теперь на славу России. Я хочу, чтобы все это сохранилось для будущих поколений и чтобы наши дети жили лучше, чем мы. В первую очередь я люблю Химки за культурное, духовное, историческое наследие, особенно за красоту и за зелень, которая находится в нашем городе.